11 июня Кабинет министров отметил 100 дней. Работу правительства за этот срок оценила нардеп фракции «Слуга народа» Ирина Верещук в эфире канала «Украина-24». 100 дней назад правительство пришло к критической ситуации. Это были первые дни начала карантина. Зайдя на свои места, правительство сразу начали вводить жесткие методы борьбы с COVID-19. Они дали свои плоды. У нас действительно не было пиков. И мы прошли первые волны спокойно, даже по сравнению с другими странами, сказала она. При этом депутат подчеркнула, что недостатки остаются. Вместе с тем вызовы остались, потому что вирус породил коронакризис. И сегодня наблюдается экономическое падение. Относительно медицинской реформы мы не будем ее отменять, но будем исправлять. Относительно образования есть министр, мы никак не можем проголосовать за него. Следовательно, говорить, что кто-то будет отмечать сегодня за реформу, мы не знаем. И будет ли эта реформа новая украинской школы. Критики достойна и кадровая политика. 100 дней, а у нас нет много министров. Энергетики, экологии, образования. И это ответственность Шмыгаля, потому что он предлагает кандидатуру, хотя в офисе президента к этому приобщаются непосредственно, заявила она.